Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. И сегодня хочу вместе с вами пройтись по магазину Чижик, который находится в городе Ростов-на-Дону. Решила вас порадовать обзором, поднять вам настроение. Поздравляю подписчиц и зрительниц моего канала с 8 марта. Желаю прекрасного весеннего настроения, любви и счастья. Благодарю вас, что вы со мной и смотрите мои видео. Посмотрим вместе все новинки, товары со сниженной ценой и оценим их качество. Всем приятного просмотра. И первое, с чего хочу начать, это жилет демисезонный искусственный мех, размеры от 48 до 56. Стоит он 1300 рублей. Здесь он аккуратненько сложен, очень красивый цвет. Кэмал бежевый с двумя карманчиками. Внутри есть подклад. Застегивается на молнию. Здесь внизу закругленные уголки. И там внутри. Да, и он тоненький, подклада никакого нет. 48 размер вот этот я взяла. Ну и даже на меня, по-моему, он огромный. Производитель Киргизия. И состав полиэстер и спандекс. Молния пластиковая. Мех короткий, пушистый, можно стирать. Вот так еще раз вам его издалека покажу. Изготовлен аккуратно. Еще раз напомню, стоит он 1300 рублей. Плакаты только что развесили, действует каталог с 7 марта. Снова привезли теплое одеяло из микрофибры и верблюжьей шерсти. Размер 140 на 205 сантиметров. Оно экологичное, отличная вентиляция, легкое, объемное, длительный срок службы и легко в уходе. Изготавливают его в городе Кохма. Стоит одеяло 699 рублей. Сразу покажу вам анатомическую подушку за 1000 рублей. Она тут же рядом. Тоже ее привозили уже несколько раз. Очень быстро разбирают, пользуются популярностью. Размер 40 на 60 сантиметров. В большой коробке здесь еще спрятался топер на кровать. Давайте его еще характеристики посмотрим. Размер его 160 на 2 метра. Односторонний. Надежно фиксируется на поверхности и его удобно хранить. Смотрите, в Чижик завезли большие корзины. Точно такие же продавались в магазине Fix Price. Бежевого и белого цвета. В такой корзине удобно что-нибудь хранить. И еще можно ее с собой брать на море. Производитель Фимака, Татарстан. И корзина даже подходит для пищевых продуктов. Еще привезли вот такие полусапожки утепленные. Есть зеленого цвета, а все одинаковые. Бирюзовый с зеленым. Женские полуботинки от 36 до 41 размера. Цена 700 рублей. И вы только посмотрите, какую красоту завезли. Появилась алмазная мозаика. Размер 40 на 50 сантиметров. Какое красивое оформление. Все в бриллиантах. И рисуночек здесь можно посмотреть на уголке. Все, что нужно для творчества, находится здесь в коробке, и вы научитесь спокойствию, внимательности и терпению. Увлекательное и интересное занятие. В набор входит холст на раме, который несет цветной рисунок, стразы, емкость для страз и стилус и гель-пластинка для приклеивания страз. И подробно расписан порядок работы. Картины есть как вертикальные, так и горизонтальные. Тут лев, фламинго и Эйфелева башня. Остальные фотографии поближе размещу вам в телеграм-канале. Цена алмазной мозаики 499 рублей. Прозрачный пластиковый контейнер органайзер на колесиках от марки Фимака, размер М. И, естественно, к нему есть крышка. Вот так закрывается, и можно их ставить друг на друга. Сразу предупреждаю, есть запах. Еще остались наборы для уборки дома. Большая щетка, маленькая и совочек. Стоит сейчас всего 169 рублей. Интересная новинка. Это пароочиститель с насадкой для пола. У него 8 функций. Круглые щетки, насадки для отпаривателя. Стоит он 2800 рублей. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Это набор горшочков, называется InGreen. Здесь их 12 штук по 200 мл. Стоит 199 рублей. Они многоразовые, все одинаковые. Следующая яркая новинка. Эта лейка очень похожа на икеевскую, только она, вот смотрите, рисунок у нее в полосочку. И она размером, конечно, поменьше, 1,3 литра. Есть зеленая, розовая и светло-серенькая. Очень симпатичные оттенки. Смотрите, какая красота.
цена 99 рублей. Большая объемная подушка, сидушка Home 40 на 40 сантиметров. Высота 6 сантиметров. Есть еще хлопковые завязки. Производитель находится в Санкт-Петербурге. И состав: материал чехла хлопок, а внутри наполнитель полиэфирное волокно. Есть темно-коричневая и светло-серая. Цена 249 рублей. Чехол несъемный, стирать нужно будет полностью. Очень крутые покрывала, называется минимализм, и размер их 215 на 240 сантиметров. Оно двухстороннее, стеганое, и есть разные варианты цветов. Красивой ленточкой перевязано, светло-серый, темно-серый и вот такой как пыльно-розовый, пыльно-сиреневый. Цена 1200 рублей. Смотрите, с одной стороны оно темно-серое, с другой стороны голубое. И вот это тоже оно с одной стороны сиреневое, с другой стороны бежевое. Покрывало изготовлено из 100% полиэстера и можно стирать при 30 градусах. Гладить не нужно. Пергаментная бумага для выпечки. 5 плюс 1 метр в подарок. Гладь не подгорает, не пропускает жидкость. Можно для раскатывания теста использовать, для сервировки стола, для упаковки продуктов. Стоит она 79 рублей. Наконец-то добралась до посуды. Покажу вам, что здесь появилось новенького. Емкость для муки. Это вот такая кружка-мукосейка с ручкой автоматическая. Нажимаете и легко просеиваете муку. 300 мл стоит 149 рублей. Точно такая же продавалась огромными объемами в магазине IKEA. Изготовлена из нержавеющей стали. Ой, ну вы только посмотрите, какую привезли красоту. Форма для запекания. Очень такая удобная ручка. Она, конечно, тяжеленькая. Размер 21, 15, 6 на 5,5 сантиметров. Материал керамика. И можно использовать в духовке, микроволновке, конвекционной печи. Также подходит для хранения в холодильнике и в морозильной камере. И на выбор три варианта расцветки. Белый, бирюзовый и серый цвет. Стоит такая кокотница, форма для запекания, 199 рублей. И, кстати, наверное, отлично подойдет для приготовления омлета. Подойдет для запекания курицы, мяса, запеканок. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И обязательно оценивайте видео лайком после просмотра. Кстати, сегодня мне пришло утром оповещение от Чижика из приложения, что поспешите, потому что новинки очень быстро разбирают. Так вот, я, представляете, пришла, уже осталось всего два набора контейнеров. Изготовлены они из керамики. Смотрите, какие миленькие рисунки. И к контейнерам идут крышки, которые создают вакуум внутри. И здесь еще можно выставлять срок, когда вы приготовили блюдо и сколько оно уже стоит. Значит, выдерживает температуру от минус 30 до 130 градусов. Изнутри плотная силиконовая прокладка, прижимается довольно плотно. Наверное, надо открывать сначала. Угу. А потом закрываете, и, естественно, крышка прижимается, не спадает. И держится довольно крепко, даже достать нельзя. Чтобы открыть, нужно открыть клапан. И тогда она легко снимается. Емкости в трех размерах: 280, 480 и 750 мл. С одинаковым рисунком. Хорошая упаковка, отлично подойдет на подарок. Цена всего 300 рублей. А вот как раз удобно то, что распаковали сэндвичницу. Давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Аккуратненькая, ну, такая большого размера. Цена сейчас 999 рублей. Выгоднее, чем в других магазинах. Также еще в наличии тостер электрический за 1000. Сковородка глубокая 26 сантиметров, 1000 рублей. Скоро у нас масленица. Смотрите, тоже здесь есть сковорода блинная 22 сантиметра, 599 рублей. Индукционное двухслойное дно, имеет антипригарное покрытие и подходит для всех видов плит. Большой ассортимент книг для детей с твердым переплетом от издательства «Малыш». Книги все толстые, наших любимых писателей, цена 299 рублей. Книга в твердой обложке, рисунки черно-белые, крупный текст. Еще книги супер раскраски с наклейками, 60 наклеек. Здесь в серединке они вложены, цена 99 рублей.
Есть разные виды. Здесь домашние питомцы, зоопарк, джипы. И еще один набор для детей. Оригами, украшения, гармония для детского творчества. Можно собрать вот такие красивые браслетики. В наборе идет эластичная нить, бусины, тарелочка и инструкция. Наборы представлены в ассортименте. Цена 169 рублей. Игровые наборы, сумочки, игрушки. Посмотрите, какие они веселенькие, красивые. В ассортименте есть, которые можно что-то спрятать, положить. А, смотрите, какие мягенькие игрушки в виде котиков. Посмотрите, какая это красота. Фирма Мальвина. С обратной стороны милые котики, вот такие красавчики. И есть еще корги собачки. Это подушечки с прошлой коллекции. Так, сколько же стоит подушка? Вот, она стоит 199 рублей. Огромный пылесос Emotion стоит 5500. Игрушка гоночный набор, конструктор. Смотрите, какая красота. Точно такие же я покупала в магазине Lego, и там они стоили что-то около 1500. А здесь можно купить всего за 600 рублей. Написано, сколько входит в комплект деталей. Рассчитано для детей на возраст от 6 лет. Нашла тоже 4 разных вида. Ярко-желтая, черная, белая, в сиреневом. Мальчику тоже понравилось. По-прежнему еще в продаже набор салатников из керамики остался вот один. В прошлом обзоре показывала, сковорода есть за 1000 рублей. Здесь еще дублируется блинная сковорода. Кастрюлька 4 литра 1500 рублей. Стаканчик еще до сих пор в наличии 200 рублей. Так, и здесь набор посуды за 1400. Бокалы, наборы также не разобрали. Стоят они по-прежнему по 500 рублей. Напомню, это чешское стекло. И смотрите, в прошлом обзоре не показала, а вот сегодня они появились. Это формы Kitchen Collection с антипригарным покрытием. Красивый такой рифленый край. 28 сантиметров. Можно использовать в духовке, можно мыть в посудомоечной машине. Рифленое дно стоит 300 рублей. Переходим с вами к следующей стойке. Здесь мука блинная, пшеничная, 1 килограмм, пышечка. Стоит всего 49 рублей. На верхней полочке Барни пирожное, 98 граммов, бисквиты, печенье Орео, стоит 89 рублей. Нектар добрый, 1 литр 470 миллилитров, содержит калий без консервантов, без красителей. Смотрите, какой у него там осадочек. 134 рубля из ананасов и яблок. Подходит для детского питания. Для детей от 3 лет. И состав: ананасовый сок, яблочный, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота и антиокислитель аскорбиновая кислота. А также добавлена вода. Кто уже пробовал, делитесь в комментариях. 134 рубля. Следующий нектар Dario Wellness. 1 литр. Гуава, банан, клубника. Содержит витамин С. Без консервантов и ГМО. И подробно расписано действие каждого компонента. Гуава, клубника, банан. Очень захотелось мне его попробовать, потестировать. Перед применением его обязательно нужно взболтать. Напиток непрозрачный, в нем небольшое количество мякоти. И по вкусу мне он очень понравился. Вкус экзотических фруктов. Нектар по вкусу очень приятный, освежающий и утоляет жажду. Очень вкусное сочетание, рекомендую. Цена за 1 литр 99 рублей. Напиток кофейный Жаке, 120 граммов, 3 в одном. Мягкий вкус, умеренно сладкий, превосходное кофе с яркой сливочной ноткой. Цена 79 рублей. Большие огромные коробки. Это Choco Pie от Orion с черной смородиной. Здесь их 12 штук. Так аппетитно выглядят пышечки бисквитные. Цена 169 рублей. Снова на этой стойке печенье Акульчев Купелька. 400 граммов стоит 149 рублей. Здесь с брусникой внутри и мак. Мыло Кря-Кря для детей с рождения, для самых маленьких, с ромашкой. Гипоаллергенно, 200 мл, оно невероятно приятно пахнет, без парабенов, сульфатов и красителей. 200 мл, удобный дозатор, цена 149 рублей. Остатки геля ухода от Нивея, 199 рублей, 500 мл.
прокладки разобрали. Пантенол остался еще 199 рублей. И наборы мужские All Spice за 500 рублей. Также цена держится. Гель Де Оливия 750 мл. Сладкая ваниль и ягоды. Стоит 149 рублей. Густой. А вот набор жилет. Здесь бритва и гель. Подешевел на 150 рублей. Стоит сейчас 559 рублей. Отдельно пена для бритья жилет стоит 200 мл, 199 рублей. И как всегда по нашей с вами традиции, посмотрим мясные ряды. Тушку разобрали, бедро куриное разобрали, осталась печень здесь, стейк грудки, котлеты благояр, фарш домашний куриный, говяжий фарш также есть. Это колбаски жареные. Лопатка Вернер еще есть и чевапчичи. Шницель свиной, буженинка, стейк говяжий и гуляш из говядины. Говяжий фарш стоит 199 рублей. Дезодорант Axe 150 мл, называется Dark Temptation, 279 рублей. Rexona, усиленная защита, на черной и на белой одежде не остается. 150 мл, называется прозрачный кристалл, 169 рублей. Ватные палочки 400 штук, называется марка Tafo, 100% хлопок, 69 рублей. Упаковка бумажных салфеток Tafo, 200 штук, косметические двухслойные, 89 рублей. Самая низкая цена на влажные салфетки, называется Ама Мама, 80 штук, стоит 79 рублей. Носки детские разных цветов, в наборе их 5 штук. От 29 до 38 размера. Состав 80% хлопок, 15% полиэстер и 5% спандекс. Производство Россия. Есть разные варианты. И в полосочку, и с рисунками. Цена 199 рублей. И смотрите, пока я показывала, уже все темные подушечки разобрали. От марки Махеев мягкая карамель, подходит для топпинга с цельным тушеным молоком, к блинчикам, к мороженому и к выпечке. Красивая упаковка конфет от Каркунов. Коллекция конфет ореховая из темного и молочного шоколада. В наборе 3 вида конфет. Еще на праздничный стол можно подать вот такой нектар сладкая манго от Сады Придонья. С мякотью стоит 1 литр 99 рублей. Оливки Бондюэль с труфелем. Вот эта новинка тоже была в прошлом обзоре. Фасоль Бондюэль белая с ароматным барбарисом. 119 рублей. Булгур пшеничный, крупа националь. 450 граммов, 74 рубля. И смотрите, на ценнике даже указана цена за килограмм. Конфеты трюфели от марки Красный Октябрь. 200 граммов, стоит 169 рублей. И какой же стол праздничный без яиц, без салатов. Яйца 10 штук, сейчас стоит 109 рублей. Овсяные хлопья экстра, номер 3, 44 рубля за 500 граммов. Хлебцы Биг Био хрустящие 90 граммов, злаковый коктейль вишневые, 39 рублей. Ядра фундука 100 граммов, 119 рублей. Фисташки орехи 100 граммов, 129. Орешки кешью 100 граммов, 129. Соленый жареный арахис 200 граммов от Food Fest, 69 рублей. Еще остались тюльпанчики, игрушки с кашпо, стоят 299 рублей. На костюмы, кстати, поступали отрицательные отзывы, что это синтетика. Не очень приятная к телу, стоит 899 рублей. Остались еще платки здесь в наличии, футболки, трусики женские, детские и топик. Кстати, полотенце здесь еще тоже в наличии. Просили еще показать овощи. Очень быстро разбирают свеклу, перец. Под праздники картофель вот здесь по 19 рублей. Немножко свеклы прям осталось. Кабачки 199 рублей. Томаты 200 рублей. И здесь капуста подорожала, кстати, 32 рубля стала. Лук 29 рублей. Огурцы быстро разобрали. Яблоки сезонные 79 рублей. Голден 99. Груши 249. Есть еще мандарины 109 рублей. Апельсины
99 лимоны и бананы по 129 рублей. Был еще грейпфрут, смотрите. 109 рублей. Сметану всю разобрали, остался творог только зерновой в сливках 5%, 119 рублей. А сыра много, и голландский есть, и Маасдам, и Гауда в нарезке, и российский. И есть также крем-сыр с зеленью творожный. Фетика, тоже это греческий сыр, разобрали. Есть еще моцарелла, морковка, капусту разобрали, одна осталась, грибочки ушли быстренько, селедочка. Вот, кстати, Дикое море тоже хорошее. Разбирают. И скумбрия еще есть. 179 рублей. Заглянем, что люди берут. Благояр, печень, свиные сардельки, мороженое. Большой выбор различных колбасных изделий. Сальчичон, Вернер брауншвейгская, фирменная здесь. Сосново-борская какая-то новая, вот такая появилась, халяль. 330 граммов, стоит 129 рублей, с говядиной мусульманская. Свиная полусухая, Вернер, сервелат, краковская и внизу докторская и молочная. Сардельки Вернер стоят 179 рублей, также есть сосиски. Также есть кальмары с тружком, рыбка янтарная, сушено-вяленая. Вяленая соломка копченая. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось и было полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И будете в числе первых узнавать про новинки из разных магазинов. Также проходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь на Дзен и ВКонтакте. Все ссылочки внизу в описании под видео. Еще раз поздравляю вас с праздником, с 8 марта. Желаю вам отличного настроения, здоровья и успехов во всем. А мы, как всегда, увидимся с вами уже скоро, в следующем выпуске. До новых встреч, всем пока-пока!